Лесу Мясного Вака. Вы смотрите, я жизнь атлета. Мой день начинается с тренировочки такой небольшой. Бегу кросс 8-10 километров где-то. Сейчас приготовил себе покушать, поем немного и буду потихоньку собираться уже. Сегодня будем бежать до Эхлуба. В Эхлубе там вроде что-то реставрация. Посмотрим, что там будет. Что там по погоде, спросите вы. Сейчас я вам покажу. Сегодня у нас 6 января. На улице плюс 8. У нас в Николаеве, походу, вообще зима не пришла еще даже. Но это не важно. У нас один раз было минус 2. И все, максимум вроде бы, что было за зиму, за эту. Так что я сегодня на пробежку, в принципе, не буду так одеваться тепло. Вот мои слои одежды, так сказать. Двое лосин, кофта-гольфик и еще одна сверху кофточка, типа, все. Ну и шапка, в принципе, ну и маску на всякий случай возьму, чтобы горло защитить и дыхательный путь, так сказать. Ну, в принципе, буду сейчас одеваться. Что делать еще? Что тянуть резину? Так что вот так вот сейчас бежать. Ну, снимать не буду, когда, естественно, бежать буду, когда уже я хлоп прибыл. Тогда, может, что-то поснимаю. Сейчас у нас 12 часов. Позасекаю, наверное, время, а то я никогда не брал время, сколько я там бегаю. Хотя бы первых 4 километра возьму на время. Там, естественно, поразминаюсь и обратно уже тоже побегу, тоже возьму время. Примерно посмотрю, как оно там получается, как переменка получится. 4 км туда отдыхаешь и обратно 4. Ну, посмотрим. Вообще добегу ли я, а то давно не бегал уже. Ладно, не буду томить, буду уже собираться. Вот это бег. Я клубно, наконец-то. Разнесли полностью. В том году бегал, было нормально. Не в том году, ну да, в том году, типа, летом приходился. Вот там стоял. Видео можете просто посмотреть. Пробег я, короче, 10. Какой 10? 4 км за 20 минут. Ну, это средняя скорость. 10 км оптимально, самое для человека. Так что вот так, нереально жарко сегодня. Солнце светит, смотрите. Жарит жестко. Это называется зима еще. Бред. Упс. Обожаю здесь время проводить, особенно когда сам по жизни одинокий человек. Труба у меня из-за плоскостопи так затекают икры. Я ниже колен ничего не чувствую, не имеется. Болит. Я не стал сдерживаться, потому что холодно стоять, будто я еще промок. Вспотел. Так что я чуть-чуть размялся. Минут, наверное, так, не знаю, где-то, думаю, 7. Ну да, 7 минут. Теперь 20 минут, а то может быть медленнее. Бежать теперь обратно. Перескакать чуть-чуть побегать. Ну, вот. Исполняю, как сказать. Прибежал я уже обратно. У меня немного получилось побыстрее бежать. 17 минут, 17:30 даже получилось. Погода хорошая, наверное, пойду сейчас прогуляюсь где-то. И схожу как раз по делам. Может, таймлапсы какие-то поснимаю сейчас на светской. Посмотрим, в общем, как оно будет. Погода реально супер. Так что я вам тоже не советую сидеть дома, даже если погода плохая. Ну, как плохая. Главное, чтобы было с кем пойти гулять, не то, что как я. Ладно, я пойду, наверное, пройдусь. Может, что-то, если удастся, поснимаю. Люблю отдыхать сам, гулять точнее. Сидишь, слушаешь музыку себе спокойно так. Людей нет. А что дома сидеть? Вот такая вот зима Николая у нас. Плюс 10. После пробежки классно так сидеть. Еще приду домой, буду учиться. Много целей на этот год. Так что буду всегда занятый. Буду почаще, естественно, видео пилить. Не заниматься херней, так сказать. Пришел уже с прогулки. Это видео назову, наверное, «Одинокий волк». Будет прикольно, в принципе. По моей аватарке, кстати, можно понять в ютубе, по моей иконке. Сейчас пью чаечек, отдыхаю, так сказать. Отдыхаю после отдыха, блин, вообще.
Такое надо, такое только придумать я могу. Короче, решил я все-таки учиться, начать нормально уже учиться, взяться за голову, прокачать свои мозги. А то они у меня явно отстают. Вообще, по специальности программист, но хочу сказать вам честно, что я вообще в этом не разбираюсь. Я очень плохо учился раньше. Ну, точнее, вообще не учился. Херово, короче, все понимаю. И вот появились у меня некие цели. И решил я все-таки учиться по этой специальности. Сейчас каждый день по 2-3 часа сижу за книжкой, за программой. Пытаюсь читать, все это учить. В принципе, получается неплохо. В спорте у меня все получается, в принципе, а вот с учебой проблемы. Так что буду потягивать теперь учебу. Ну и параллельно бегать, естественно. Пока мисс спорт еще не собираюсь бросать. Вот именно свой уровень более такой профессиональный. Если человек не развивается умственно и физически, то это, наверное, скорее всего, какой-то деградант. Что-то типа алкаша или наркомана. Я вам советую тоже заниматься спортом. Учить то, что вам нравится. Главное учить то, что пригодится вам в жизни. Например, ну английский язык, если вы собираетесь куда-то уезжать, то обязательно его учите. В другие страны, я имею в виду. Мне раньше говорили учить, но я как-то вообще не поддавался этому соблазнам, так сказать, учиться это. Да, что это, зачем он мне надо? Как оказывается, мне он пригодится в дальнейшем. Я не буду говорить все свои секреты, цели. Если будете мои смотреть видео, походу вы все и узнаете, к чему я вел. К чему я старался, стремился, так далее. Кстати, забыл сказать. Один из подписчиков писал в комментарии, что он хотел бы видеть видео в стиле ответы на вопросы. То есть вы задаете мне вопросы, и я в видео каких-то, ну, в специальной рубрике ответы на вопросы буду отвечать на эти вопросы. Так что, если вы хотите, чтобы у вас вопрос попал в видео, пишите его в комментарии под этим видео. Это, в принципе, все, что я хотел сказать в этом видеоролике. Так что, если вам понравилось видео, ставим лайки, подписываемся на каналчик. Всем удачи, всем до новых встреч, всем пока. Проснувшись утром, свой лень приготовлен на завтра. Ты, как обычно, все дела оставляешь на завтра. Снова и снова обещание давай о том, что все начнется, но останется все на потом. Как бы ты ни пытался, парень, начать перевоплощаться, лень убивала тебя, не давала никак на движняк раскачаться. Ты должен взять себя в руки, наконец-то понять, в любом деле самое сложное — это начать. С низкого старта постепенно к заветной цели. Наплевать на то, что все вокруг плетутся еле-еле. Сумев заставить себя, ты сможешь все, что угодно. И развивать свое сознание больше не модно. Абзац за абзацем, глава за главой. Погружись со своей головой. Ни дня без страницы, а то и без букв. На читанном теле начитанный дух. Как в марафонском беге, каждый шаг не дается даром. Это как бокси, голова твоя всегда под ударом. Как рулить, давя на педали, болит, входя в повороты сюжета. Вникая в сил при этом, парень, врубайся в это. Читая строки с головой, погружайся в страницы. Врубаться в абзацы сложнее, чем качать себе мышцы. Извилинами шевелить, нежели затягать в спортивном зале.